Этот обитатель морей известен не только своей агрессивностью и своеобразным оружием, очень острым и мощным когтем, который может запросто разрезать человеческий палец надвое или выбить стекло в аквариуме, но и совершенно феноменальными глазами. Рак-богомол располагает самым сложным глазом в животном мире. Он различает 12 основных цветов, в 4 раза больше, чем человек. В наших с вами глазах 3 вида цветовых рецепторов, которые различают 3 основных цвета – красный, зеленый и синий. Конкретный оттенок складывается из того, насколько активирован тот или иной вид рецепторов. Эти красивые глаза также могут поворачиваться независимо друг от друга в разные стороны одновременно. Кроме того, рак-богомол может воспринимать инфракрасный, ультрафиолетовый и поляризованный свет –